Доброе утро всем. Отвела Полинку в школу. У нас такая погода. Мисс Петерсон сказала, что она соскучилась за ней. А у нас, смотрите, какой. Ну, наводись. Резкость. Оп. О, глядите. Какое все, да? Вот такое. Очень красиво. Вот так. Так, мне куда? Мне сюда, пойду сюда. Ой. Вот, в общем, все, что мы могли, мы пропустили. Все представления, все походы, в общем, все, что можно. Но сегодня последний день. Полина подружка принесла печенька. Мне одни дурочки с конфетами. Идем пусто на улице. Вообще никого нет. Я говорю, Поля, что в школу никто не идет. Она такая, ну, не знаю. Я равна, чтобы мы не были единственными, кто туда припрется. Она смеется, говорит, а не, говорит, это наша школа должна быть. Я не зашла. Потом зайду. Комьюнити-центр. Понедельник, это 25 число, это уже Рождество. Здесь, значит, они 25 числа работать не будут. В общем, нужно узнать, 26-го вторник работают они или нет. И все. Ой, в общем, пошла Полинка. Отдала конфеты мисс Теттерсу. Там что-то стояло, стеснялась. Говорит, мам, ты скажи, отдай ты скажи. Я говорю, то, ну, смотри, Чарли, она говорит, взяла и пошла, все нормально. Ой, мам, я не выспалась, не выспалась. Знаешь, как не выспишься, тебе нехорошо, я знаю. Она говорит, ну, рыгать не собираюсь. Я говорю, ну, хорошо, это слава богу. Вышли на улицу, идем. Я говорю, ну, что, ты уже проснулась? Немножко. Я говорю, хорошо. Ой, мама дорогая. Ну, я не трогаю тебя. Ух, какой злой. Еду в ликвидационный центр. Хочу купить кастрюлю и ковшечек для яичек все-таки. Буду брать. Посмотрю еще, что там есть. Ну, думаю, хватит мне. Собственно, все на сегодня, наверное, планы. Я надеюсь, с Полинкой там будет все хорошо. Мальчик какой-то пришел в маске, кашляет. Что, Полька еще не подхватит, не принесет домой. Смотрите, какие листики. А, виноград. Или это не виноград? Видите, какой? Гарно. Вижу, не хочет снимать. Сейчас иду на 60, и потом мне в центр нужно пересесть и туда поехать. А потом я, наверное, пойду в полупарк с кастрюлями. Полупарк. В общем, не знаю, мне надо еще зайти в суперстор, купить Полинке сыр, потому что у нас в Мафрилсе такого сыра нету, пармезан. Она очень просит. Ладно, посмотрю потом по ситуации. В общем, побежала я на автобус, который только что уехал. Нет, 66-й, повезло. Хорошо. И, может быть, поснимаю, что там в ликвидационном центре есть. А может, не поснимаю, в общем. Фокус не навела, иду, он фигню какую-то показываю, размытую. Вон стоит автобус, хорошо, что 60. Нет, это 60-й! Ё-моё! Вот блин. Круто, конечно. Что мне теперь делать? Я еще теперь очень долго не уеду. Блин. Ладно, пошла, буду что-то думать, увидимся. Вот он, операционный центр. Честно сказать, снимать нечего. Как-то мой первый раз, когда я сюда приехала, как-то было поинтереснее побольше всего.
в этот раз. Кастрюля 12 литров. Обычная кастрюля на 12 литров. $44. И она одна. То есть как-то посмотреть что-то еще, какой-то выбор. Не, нифига нету. Я взяла набор тарелок маленьких, полинки таких, детских игрушечных. Ну, она из них будет есть, но они маленькие-маленькие. 5 штук, 4 штуки за $5. Взяла насос для помпу для баклажки 20-литровой, тоже за $5. И взяла половник. В общем, на 13.44. Ой, чуть не подскользнулась. Зашла в Долораму, посмотрю, что здесь есть. Ну, я так подрастроилась там. В общем, про ликвидационный центр. То есть, сходила в Долораму. Купила Польке рукавички вместо потерянных. И взяла ушные палочки. Как раз хорошо, что зашла в свой наш, у меня ушных палочек нет. В общем, какой-то он такой в этот раз унылый и печальный, этот центр, что я прям, я расстроилась. Грустный он какой-то, вообще там нечего смотреть. Естественно, кастрюлю я не купила. Не знаю. В Walmart, что ли, сходить. Там кастрюли нормальные, такие, хорошие кастрюли там. Ну и цена же у них тоже, как бы, извините, нормальная. В общем, я не знаю. Сейчас пойду, наверное, в Walmart. Или не пойду, не знаю. Ну, пойду в сторону Полопарка. Посмотрю, что там, как дела у Полопарка, вообще не знаю. Что там да как. И... Так, где? Вон там Walmart. Блин, это шо ж туда идти через дорогу? Что так не хочется? Или хочется? Пешеходного перехода здесь нет. Есть. Есть вот. Блин, ну срок не хочется идти. Не пойду на час ходить. Не хочу. Короче, иду в Полопарк. А вон остановка, надо еще, наверное, как-то обсветить на ту сторону подъехать. 20-м по Полопарку. Интересно, я успею или нет. Да, сегодня оказалось поле пати. Рождественское, мы не знали. Письмо мне не приходило, я пришла уже. Серега, пришла, уже была. Праздник. И что, остались, покушали пиццы, попили сока, Оля поехала с девочками. $20 суперстори. Если вчера вода заброшена, надо и хочет делать. Завтра поеду. Можно было никуда не переться. Но просто не жилось.
Он что-то зажигает еще. Ага. Еще что-то летит, ты видел? Да. Что-то летит. Бумага. Все? Думаешь, еще что-то будет? Ждем. Анна. А что, тут не коньки не купили? А ты умеешь кататься? Нет. Нет? А как чаще еще уйдем на все? О! Завоняли все. Да. Ой. Вон что-то дым такой и бумажки какие-то валяются. И позаливали катки, видите? Вот каток. И вот же ребята на коньках катались и играли в хоккей. В общем, с Новым годом, Рождеством. До новых встреч. Пока-пока.